5 лет назад актрисе Натальи Селезневой сделали сложную операцию на шейке бедра. После нее артистка стала жаловаться на сильные боли в ногах, а затем и вовсе перестала ходить или делает это крайне редко. Даже по сцене театра звезда приключений Шурика передвигается в кресле. Сама она предпочитает не комментировать текущее состояние, зато отмечает, мол, не в силах представить себя без работы и зрителей. Напомню, в 2020-м Наталья Игоревна потеряла любимого супруга, актера Владимира Андреева, с которым жила душа в душу не один десяток лет. Силы пока только накапливаются, они не берутся. Я хочу вернуться в театр и играть. А для этого нужно восстановиться не только морально, но и физически. Не поверите, столько отказываю сейчас. Мне так стыдно перед друзьями, продюсерами, режиссерами. Люди не могут понять, почему, но я ровно 2 года не могу вылезти на экран, так как не в форме, рассказала звезда.